Маруся! Так, я не пойму, а кто яблоко ел? Я не ела, мамочка. А кто ел? Не знаю. А будешь еще? Да. Марусенька, а что ты делаешь, доченька? Читаю книгу. А что за книга? Покажи мне. А зачем ты читаешь книгу о воспитании детей? Контроль за тобой, мама. Не перегибаешь ли ты палку? Марусенька, ой, смотри, какая птичка. Ой, какая милашка. Марусенька, а как ты думаешь, каким птицам не нужны гнезда? Конечно же, кукушкам. А почему? Ну, мам, ну ты чё? Они же живут часа. Правда, что ли? Да. А ты не плакала? Нет, они меня не догнали.